station. Stow your tray table. Open your window blind. Путешествие – это великий учитель. Во время путешествия ты учишься тому, на что человеку порой требуется целая жизнь. Ты узнаешь многое не только о мире и людях, которые его населяют, а в первую очередь ты познаешь самого себя. В нашем проекте участвуют 5 подростков из города Азова, России, и 5 подростков из города Бийеljina, Республики Сербской. Они будут жить в семьях своих новых друзей, чтобы глубже узнать традиции братского народа и понять, в чем состоит код дружбы. Припрямалась за них в долазак. Мы готовились к приезду ребят. Планировали, что будем делать сегодня и все эти дни. Первые впечатления очень яркие. Проблема пока что только в языке, но мы надеемся ее решить в ближайшем времени. В основном нервничала из-за приезда наша мама. Она готовила обед, очень волновалась, но все в порядке. Значит, ничего, кроме волнения. Первое напряжение утихло, когда мы зашли в храм Святой Петки русского монастыря. Нас встречали лики русских святых. Господь един, и мы это почувствовали. Это Азовская икона Божьей Матери. Вот. Мы понимали, что нам нужно включаться в этот проект сразу, потому что всего лишь неделя, это пройдет очень быстро, и мы не заметим. Все равно это было очень сложно, когда сербы идут отдельно, мы идем отдельно. Ну, ты понимаешь, что с ними нужно как-то о чем-то разговаривать, но ты не знаешь о чем. И вот с помощью жестов подключились к этому родители. Это было очень здорово, что родители понимают, что тебе тоже сложно. И она тоже пыталась объяснять жестами. Лиза, тебя продует. Пожалуйста. Как тебя зовут? Здравствуй, Ваня. Я захочу за тобой. Где Кристина? Я живу в семье Кристины. Это ее родители, мама Дана, папа Саша и брат Ваня. Раньше мы жили в городе Сараево, это была столица, но она и сейчас столица Боснии и Герцеговины. Но после войны мы приезжали в Бийеljina. Раньше мы там жили очень-очень долго, по-моему, около 3 или 4 века. Наши дедушки, бабушки там жили. Но сейчас мы живем здесь. Дана, она по профессии экономистка, но без работы. Иван, он ученик. Я работаю электротехником, специалистом для автоматики, а Кристина, она тоже ученик. Сейчас она выписала электротехническую школу и хочет стать программистом. Что сказать о традиции нашей семьи? Наша крестная слава – святой архидиакон Стефан. Ее празднуют 9 января, после праздника Рождества. После великого православного праздника Божича. Основное в славе – это икона, хлеб, свеча и колево, которое нужно нести в храм для освящения. Это символ крестной славы. Единственное, что у всему тому, это да жито требуемо да отнесемо в церкви. Остальное на столе для гостей, чтобы пили, ели и разделяли с нами радость нашей славы, нашего семейного праздника. Мы спремим, дабы что более угостили наши гости. Можно сказать, что крестная слава есть только у сербов? Да. Большую роль играет икона и кандило в жизни сербов. Потому что многие серби, когда потеряли свой дом, из своего дома всегда с собой несли только икону и
кандилу. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский написал, наверное, одни из самых проникновенных слов о спасении человеческой души. Знаете же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства. Во много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Мы очень надеялись, что совместно прожитые дни останутся у наших ребят именно этим ярким воспоминанием. Сегодня мы были на крестной славе. Это как наш престол, можно сказать, на котором... Василия Острожского вспоминали, ну, как бы, день памяти его был. Меня удивляет, что служба на улице идет. Потому что людей очень много. Вот будний день, сегодня праздник, и люди пришли на богослужение, храм не умещает, они служат на улице. У нас в России каждая церковь должна заходить в длинной юбке и в платке, а здесь все ходят по-разному. Сав свештенички, монашки, сав клир церквени, да помене Господ Богу царству своме. Священники в алтаре такие же дружелюбные, наверное, как и у нас. Вот то, что нас объединяет, нас, наверное, скорее всего, объединяет, это Евхаристия, потому что мы через чашу Евхаристии мы становимся друг другу близкие, мы братья и сестры, и по крови, и по духу. А так, вообще, бывав русскому человеку на сербской литургии, ему будет все до боли знакомо, все родное. В чем состоит код дружбы между русским и сербским народом? Сербский и русский народ – это славянский народ. Это народы-братья. И как сказал отец Александр во время литургии, нас объединяет одна вера, одна православная церковь, одна святая чаша, из которой мы причащаемся. Было время, когда в России была революция, когда были гонения на церковь, когда монахи, монахини и священники во главе с митрополитом Антонием Храповицким пришли на нашу землю, то это был тот краткий период свободы от турецкого ига. Во время коммунизма, во время богоборной власти, наши монастыри наполнились русскими монахами и русскими монахинями. И в то время в сербской церкви зародилась одна духовная семья. И все, что мы сегодня имеем, и что мы видим, основано на той русской духовности, на тех святых старцах и святых старицах. Все, что началось благодаря митрополиту Антонию Храповицкому. Многие наши богословы и теологи окончили духовные школы на территории Русской Церкви в Петрограде, в Москве, в Киеве. Это очень важный фундамент, на котором строится наша любовь, наша дружба с русским народом. И самое главное, что для нас важно, мы увидели любовь в ваших глазах, когда вы к нам обращаетесь, когда мы едим вместе, молимся, нам очень приятно. Спасибо, Господи, русский и сербский народ. Приезжайте к нам снова. Эммануэль! Крестных
хлеб олицетворяет жертву благодарности Богу за спасение через Господа Иисуса Христа. Хлеб надрезают крестообразно в напоминание о христовых страданиях. Поливают вином в напоминание о том, что мы очищены христовой кровью от наших грехов. Для обряда сербской крестной славы хлеб украшают печатью с крестом и кратким обозначением по-гречески «Иисус Христос Ника», что значит «Иисус Христос Царь Славы». Близу Ростова на Дону, далеко от Москве, где су велики славни козаци, групу koju je doveo prečasni otac protojerej Aleksandar. В каждую семью мы принесли вот такие иконы, это икона Азовской Божьей Матери. Много Слава венчавшему Тя, слава действующему Тобою всеми сиденья. В 1994 году, 10 мая, мой отец был тяжело ранен в районе Маевицы. Как боец 1-й Симбирской бригады войска, он 13 дней в военно-медицинской академии в Белграде боролся за свою жизнь и умер. Мне было неполных 10 лет, а сестре 6 лет, когда мы остались без отца. Мы прошли разные невзгоды и страдания. Моя мать, когда мы были беженцами и жили в мусульманской деревне, боролась за нашу жизнь. Ее цель была защитить нас и сохранить нашу жизнь, чтобы сберечь Республику Сербскую, которую нам оставили наши отцы, сохранить наши традиции и культуру. Мы чувствуем и видим отношение к нам, матери России. Мы называем вашу страну Родина-Мать, так чувствуем ее, так мы живем с вами, знаем, на кого можем опереться. Это самая большая жертва, которую отдали наши отцы, братья и сестры, свою жизнь. Отдали, чтобы наша страна, Республика Сербская, была свободна, чтобы был мир между нами, чтобы их дети могли свободно жить, беречь свою православную веру, чтобы могли свободно сказать, что они сербы православной веры. Сегодня в Республике Сербская никто не сможет точно назвать количество детей погибших бойцов. Но здесь мы видели тех, кто объединился в памяти своих отцах, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь общества. Я осужден трибуналом на 17 лет. Был в заключении 11 лет. Теперь я снова со своими друзьями и со своими братьями из России. Мне помогла пережить заключение вера в нашу победу. И еще наш священник, отец Войслав Билбия. Наш духовный отец, который все эти годы поддерживал нас, давал нам силы, чтобы выдержать. Мы организовали свою епархию в тюрьме. Он приезжал каждый праздник, на все святые дни. Когда он приезжал, мы вместе молились, и это давало нам сил. Заедно смо се молили Богу и давал нам снагу. То, что вы сегодня делаете, и что делают дети наших погибших бойцов, это сегодня самое важное – дружить, развивать отношения, братство, дружбу и взаимопонимание, и не бросать друг друга ни в горе, ни в радости. Thank you.
впечатлений из поездки в Сербию у меня было то, когда жена отца Горана, матушка Мара, дала нам мастер-класс сербская пита. Матушка Мара достала красивую скатерть. Она принесла очень мягкое и такое податливое тесто. Она сказала, что девочки, берите под низ и растягивайте. У нас округлились глаза, как это растягиваете? Ну, вот так, берите и растягивайте. И действительно, когда я положила руки под это тесто и стала тащить на себя, тесто до того было тонкое, как, скорее, как папиросная бумага. Учит своих детей готовить, эта семейная атмосфера, она рождала такое чувство, которое многие уже давно не испытывали. Мы живем с Богданом и моим папой у семьи отца Горана, матушки Мары, Луки и Джорджа. Что повлияло на то, чтобы вы приняли решение стать священником? Ну, во-первых, повлияло то, что мой папа был священником, но я вырос, значит, в семье, которая православие, любовь, церкви всегда была как-то в сердце, в душе моей. Это любовь. Я хотел просто каким-то образом помочь нашему сербскому православному народу, чтобы они больше верили в Бога, чтобы они больше не сомневались в милость и любовь Божию, а молились Ему и искали у Него все то, что Он нам дает из своей любви. Это жизнь, но, во-первых, это любовь между народами, значит, только любовь между людьми. Отец Горан, а вот вы, мы знаем, что вы построили храм, принимаете участие непосредственно в этом. Что повлияло на это, чтобы начали строительство храма? В этой части города не было храма, в котором тот народ, который здесь живет, мог молиться Богу. Им надо было 2 с чем-то километра ходить, ну, в другие храмы. Но просто они искали, чтобы храм построился здесь, значит, те благочестивые люди. Они есть церковь, которая нужна быть в нашем народе, конечно, в православии. Ну и если есть церковь внутри их, тогда, конечно, должен быть и храм, в котором они будут молиться Богу. А в честь кого будет освящен? В честь святого великомученика Пантелеймона. Я не ожидал увидеть эту фотографию Московской духовной академии. Вот мы эти коды ищем. За сколько тысяч километров приехал сюда. Много моих преподавателей, которые меня учили. Вот. Отец митрополит Аристарх Смирнов. Он будущий у меня преподаватель катехизиса. Вот. Ну, как бы все родное, вся Московская духовная школа. То, что тоже нас объединяет. Вот отец Горан. А трудно ли быть женой священника? Нет, не тяжело, совсем не тяжело. На мне дом, семья, я помогаю в церкви, пеку просфоры, помогаю в крестной славе. Нет, совсем не тяжело. Нет, совсем не тяжело. А какие бы вы могли дать пожелания молодоженам? Чтобы вышли замуж за вас. Вы же такие хорошие ребята. Ну, я уже занят, конечно, не выйду замуж. Но вы же такие хорошие ребята. Нет, самое важное, шучу, конечно, если они молятся Богу, Он им даст. Ну, такого человека, который им нужен. Эти картинки из нашей жизни, но, слава Богу, жизнь хорошая. Мы любим друг друга. Но, во-первых, любим наших детей, которые пока все еще хорошие, мы молимся Богу и надеемся, что они такими останутся.
чтобы они стали настоящими христианами, православными. Я люблю все музыки. Я люблю разную музыку. Музыка управляет людским умом. Музыка управляет человеческим умом. Некоторые люди поняли, что можно делать и плохую музыку. И на этом зарабатывать деньги. Это плохо, это проблема, но ее можно исправить. Они делают плохие вещи. Наверно, это все из-за денег, который сегодня большой проблем, но... Да, се и то исправити, некаче. Я не идем на музику. Я не занимаюсь музыкой ради денег. Я просто люблю ее. Я jednostavno volim muziku. И знам, да. Возможно, своей музыкой я не заработаю на этой земле. Но попробуй быть полезным своей стране. Але это потрудюсь, да. Да добьем что более положай, что вечий положай могучи в этой державе. Из ваших одноклассников пойдет кто-нибудь слушать Джорджа с его классической музыкой? Я. Скорее всего, нет. Ну, в смысле, мои одноклассники такого не любят. А ты пошел бы? Я пошел бы. Но уже есть зрители. Уже хорошо. Музыка может изменить человека? Может изменить человека, definitely. Меня изменила. Моя драга, моя драга, не стала без трага. Моя драга, моя драга, утро сизнерада, не стала без трага. Какая она должна быть, вот та твоя единственная, о которой ты все равно думаешь? Она должна быть такой, чтобы была противоположна моим ожиданиям. Многие думают, что полюбить можно какую-то особенную, у которой все идеально. Но так не бывает. Идеального ничего нет. Моя дорогая должна быть моим другом и товарищем. Главное, чтобы мы были лучшими друзьями. А что нужно сделать, чтобы она утром не ушла? Не знаю, jednostavno. Надо сделать все, чтобы она не ушла. Я сделаю все. Почти в самом начале пребывания нашего в Республике Сербской нас повезли в бассейн. Мы еще как бы друг друга плохо знали. Более скромно общались, но потом, после нескольких часов нашего веселого времяпрепровождения, мы уже стали друг другу ближе, роднее. Мы просто играли, шутили, валяли дурака, нам просто было весело. И понеслась. Отец Александр впервые отмечал свой день рождения вдали от родины. Правда, подарки получили отец Горан и матушка Мара. Но отец Александр ничуть не огорчился, ведь ему подарили сербскую песню. Ну, бред,
Кристина и ее семья пригласили нас в сербское село. Вкус меда, русских слив. Да, именно так называются желтые сладкие сливы, которыми нас угощали. Запах полевых трав, бление баранов, крик петуха и тихое пение сверчка напомнили нам нашу русскую деревню. А еще мы познакомились с сербским Кулибиным. Младен одной рукой собрал мотоцикл, погрузчик, работает водителем, фотографирует и дарит всем удивительную теплую улыбку. Скажите, где вы находите силы и время? Спасибо вам, тем, кто нашел время посетить нашу семью, для того, чтобы увидеть, что мы делаем и что производим. Мы черпаем энергию в вере. Когда человек имеет веру, он много чего может достигнуть. Вера – наш фундамент и двигатель. Я из Сербии, из города Лозница. Супруг из Сараева. Дочка Сара, ей 21 год. Она закончила первый курс медицинского института. Успешная студентка. Лана учится в средней медицинской школе. Мы в браке 22 года, и все сложилось хорошо. Наша крестная слава – день Иоанна Предтечи. А слава моих родителей – день святого Архангела Михаила. Сара, как ты думаешь, что помогает людям друг друга узнать лучше? Что я потребна? Добрая воля. Да. Да, свакако. Желя. Любовь. Любовь. Да, любовь прямо Руси. Да, я особенно, мне желание было доедем в Россию. Что нужно? Доброе желание, любовь. Мы любим Россию, особенно я. У меня было желание поехать в Россию, но когда я узнала, что едет Лана, то я была в восторге, что кто-то из нашей семьи поедет. Надеемся, что, как сказала Лана, проект не закончится 7 днями визита русских детей в Республике Сербской. Нашій републіці, ні, не в Росії, не годаче то остатне кудублі втрага не одра. Нужно, чтобы все это развивалось. Надеемся, что дружба станет глубже и прочнее. Это хорошее начало и для нас, и для детей. Нужно, чтобы было продолжение. Первое, у нас общая вера. Второе, традиционно наши народы братские. Мы смотрим на вас, на этих молодых людей и вообще на русских, как на друзей и на братьев. Нужно, чтобы молодежь приумножала дружбу, братство и любовь. Чтобы дружили и наши города стали побратимыми. Можете помочь нам разгадать код дружбы между Россией и Сербией? Традиция, православие, музыка, любовь. Ой, то не вечер, то не вечер. Ой, не мали мало спалось. Не мали мало спалось. Люди буквально живут в интернете. Скажите, книга может объединить народ? Если да, то как? Народная библиотека имени Филиппа Вишнича в городе Белине является центром культурных событий. Она имеет огромное число читателей. Граждане Белины любят книги. 20 работников прикладывают все силы, чтобы привлечь читателей.
В библиотеке Филиппа Вишнича в фонде 100 тысяч книг. Мы можем гордиться тем, что в этом году мы организовали 7 встреч молодых поэтов приграничных государств – Сербии, Хорватии и Республики Сербской. Молодые поэты из города Буковар в Хорватии, Сремской Митровицы из Сербии и Белины подружились здесь, в нашей библиотеке. Они пишут стихи, а мы издаем книги. Еще мы проводим «Куколфест», который с большим успехом начал свою работу в 2017 году. Более 1500 посетителей было в течение 4 дней. Через такие мероприятия мы пропагандируем книги. И книгу кроз дружение с лутками. Она прошла на русском, не без лутника. Плетена на везена, окичена. Окичена. Окичена, как зачинена. Зачинена, брже брачу ама, ама, да се купа поиграме. Браво, отлично, свака част. Нас ждал сюрприз, и чтобы его получить, мы отправились в торговый центр. Как же мы были удивлены, когда увидели в торговом центре иконописную мастерскую. Наша школа, на первый взгляд, выглядит маленькой. Всего 17 квадратных метров. Но это огромная общность людей. За 11 лет существования школы из нее вышло 900 выпускников. Многие пришли детьми. Теперь это взрослые люди. Студенты, родители, деловые люди. Люди приходят, познают Христа, и им становится легче идти по жизни, потому что они идут вместе с Христом. Когда я вошла в это помещение, у меня что-то ёкнуло. Я почувствовала себя в родной атмосфере. Для меня рисовать – это не труд, это моя душа. Все художники, авторы картины и участники проекта оставили свои автографы. Картина – символ дружбы наших народов, совершит перелет в Россию и будет напоминать нам об удивительных днях нашего пребывания на сербской земле. У ребят было мало времени на отдых, и даже ночью они почти не спали. Они дорожили каждой минутой общения, а их оставалось все меньше и меньше. Я нахожусь в семье Радивоевич в гостях у Николетты. И сейчас мы находимся в доме вместе с ее бабушкой и дедушкой. Мы родом с Маевицы, жили в одном селе, потом переехали в Тузлу. Но когда началась война, вернулись. Я, брат, сыновья брата, брат жены. Все мы были на войне, обороняли наши села. Мы стояли и обороняли наши села. Никого не атаковали. Обороняли наши села и наш народ. Вот фотографии того времени. Мы из Тузлы ничего не взяли. Все там осталось. Из того дома ничего нет. Все там осталось. Было очень тяжело, тяжко. 4 года воевали. Нормальная жизнь была под вопросом. Каждый момент. Но это было нужно. Dok smo živi, zdravi, imamo, znači da нам neko помаже. Nije to Бог. Бог нам помаже. Что вы можете пожелать детям России и Сербии? Русские – наш народ. У нас одна вера. Русские были с нами. Приезжали воевать. Из Москвы один русский погиб на горе Маевицы. Вот его фотография. Из Москвы. Воевал с нами. Мы отправились в село Прибой, чтобы поклониться сербским воинам и русскому добровольцу Дмитрию Чекалину. Долазком турака в среднем веку и уничтожением сербской самостоятельности. Когда турки в средние века уничтожили сербское общество, храмы были разрушены, и долгое время не разрешалось их строить. Но когда было разрешено, то начали строить. И вот здесь, в Маевице, находится один из старейших храмов. Велику
Около храма находится кладбище. Можно сказать, военное кладбище. Здесь похоронены военные, убитые в течение последней боснийской оборонительной войны. С 1992 по 1995 годы. Их деревни были захвачены мусульманскими захватчиками. И погибших невозможно было похоронить на кладбищах в своих деревнях. Они здесь похоронены, и русский доброволец Дмитрий Чекалин из Москвы здесь. Он пришел, чтобы бороться за независимость Республики Сербской, за свободу сербского народа. Русским добровольцам и русскому народу на помощи, которую нам оказали. Еще молимся у покинувшего усопшего, гроба Божия преснопоминаемого воина Дмитрия. И о еже просите сему всякому при решении вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всякуда Господь Богу, уж не душа, а вы дьяволу празднившего от миру твоему дарова, вы сам Господи, покой душу усопшего раба твоего, преснопоминаемого воина Дмитрия. Вместе светли, вместе злачни, вместе покойни. Хочу поблагодарить вас, что мы пришли здесь, и могилка ухоженная. То, что видно сразу отношения сербов, православным, к воинам, которые положили свою душу за независимость Республики Сербской. Знаешь так. Спасибо. Захвалиться за то, что... Я сам дошел в 96-й године. Я здесь 1990 года. И жаль, что не сфотографировал, как выглядел храм тогда. Крыша и фасад, на всем были следы от снарядов, и в самом храме были осколки. Это свидетельство жизни сербов на горе Маевице. В тяжкие времена русские добровольцы помогали нам на этой земле и стали примером для нас. После войны в этом крае были русские миротворцы. Много священников служило в этом храме, и много русских здесь крестилось. Один офицер венчался, и это тоже было примером для нас. И нека то будет пример всема нам и мене. И мне, и братьям-священникам, и всем людям доброй воли хочется пожелать мирного будущего, почитать Господа и старших, и тогда будет порядок в нашей жизни. Мне очень запомнилась встреча с женщиной, которая прошла войну, и она нам рассказала историю, которая нам запомнилась. У нас в России есть книга, которая называется «У войны не женское лицо», а я знаю, что вы прошли войну. Вы можете рассказать, как это было? Я сам се приклонила српском становништу, изашла сам на српске територије. Я воевала, взяла винтовку и оборонила свою землю, свой порог и свою семью. Мои дети выросли на первой линии обороны, знают ужасы войны, выросли под предупреждениями. Осторожно, снайпер, граната, не выходи за линию. Очень тяжело оборонять, когда за твоей спиной 25 тысяч жителей, дети, женщины, старики, которые возлагают на тебя надежду. Слава Богу, в моей семье все остались живы, пережили все, но не пошли воровать и грабить. Нас берег Бог. Работаем, боремся честно и достойно. Так делали на войне, так делаем и сейчас. С гордостью никого не стесняемся, никого не боимся. С каждым можем говорить обо всем открыто. На войне была история. Русский доктор Саша, не знаю его фамилии, хороший врач. Он погиб, спасая женщину, которую вел на роды. В нее выстрелил снайпер. Чтобы ее вытащить с этого места, он пошел к ней и сам погиб. И много, много русских боевых товарищей погибло и у Милевича. Там, в Восточном Сараево, похоронены вместе с нашими бойцами. Я знаю, что вы участвовали в войне, а война несет только разрушение. Что вы можете пожелать русским и сербским детям? Эта война не нужна была на этой земле.
Мы изгнаны из своих очагов. Сербский народ изгнан с Тузловского региона и из Тузлы. 150 тысяч сербов. Я тогда был в югославской армии и в Тузле получил ранение, 5 пуль и стал инвалидом. Будущее вижу в единстве православного народа. Нужно уважать всех и православных, и людей другой веры. Хотя трудно предвидеть будущее. Думаю, что новая война никому не принесет добра. Особенно детям и вам, молодые. А мы, старики, уже все пережили. Все пережили. И думаю, что в будущем на просторах Европы всем хватит места. Сохраняй умножение жизни, я же у тебе человека люче, покоище твое, Господи, и держи все святей твою, пока иваются, упокои души раб твоих, я бы един все человека любит. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, ты если Бог наши два, ты узнал. Отцы наши, наши братья, все вы великие люди. Простите, что ценой вашей жизни мы построили свой мир. Простите, что мы не знаем всех ваших имен. Простите за то, что идеалы, за которые вы сражались, сейчас не все носят в своем сердце. И если бы вы узнали об этом, то ваше сердце не выдержало бы. Простите, что мы стояли у окна и ждали, что вы появитесь. Простите, дорогие наши, что не все гордятся вашей отвагой. Простите, что вы верили. Простите, что мы не веруем. И что есть люди, которые оскверняют вас, мертвых, но не умерших. Простите, что мы остались живыми после вас. Мы остались после вас как память, как напоминание о том, какими вы были. Простите, что вы смогли. Простите, что мы не можем. Но я не могу забыть о тебе. Мы не можем забыть о вас. Мы не можем так легко отдать память о вас. Простите, что мы не помним о вас каждую минуту. Мы сейчас такие молодые, какими были вы, когда ушли от нас. Мы хотим, чтобы вы гордились нами, как мы гордимся вами. Вы — наше достоинство и наша память. И так будет всегда. Они и сербы, и русские. Приятели все. И сербы, и русы. Тупо, что стоит сербская и русская одеться. Я. Они все очень такой красивые. Как сербская бабушка. Они все лепи, как что и сербские бабушки. Все красивые. И русские красивые. Красивые, как и наши. Моя мать когда-то мне говорила, еще после той войны, что не будет нам ничего без русских. Для нас русские спас. Я левися крестить. Это вы тоже так делаете. Вот удивительно, да? Что мы одинаково крестим. Слава Богу. Нужно стоять на одном, надо дружить, чтобы не было войны. Дети выросли красивые, как клубники, а когда в самые свои лучшие годы они воюют и гибнут, то бедны их матери. Да не будет войны. От чего ты можешь отказаться ради футбола? Я могу отказаться от всего, кроме своей семьи, своего дома. Мама и папа рассказывают тебе о своем детстве? Конечно, они часто с нами разговаривают. Самое интересное – это рассказы о том, как тогда играли дети, как падали, как смеялись. Дети тогда были очень веселые. Сколько ты хочешь детей? Не знаю, сколько Бог даст. 2, 3. Что ты будешь рассказывать своим детям о своем детстве? То же самое, что и мои родители рассказывали о своем детстве. Самое главное – это та радость, которая есть в детях. Чему ты радуешься в жизни больше всего? Для меня самое важное то, что я живой, здоровый, нормальный мальчик. Сейчас, в эти времена, очень много больных детей. Ну, и что у меня семья очень хорошая. С чем ты никогда не хотел бы столкнуться? Я бы не хотел ничего знать о войне, столкнуться с ней, потому что мне родители и другие люди говорили о том, что война плохая и ничего хорошего не приносит людям. Так у нас получилось, что мы
Потом еще несколько раз ночью ели печенюшки. Уже там с колбаской, с печеньками. Ну, было весело. И потом лежали и смотрели на звездное небо. Мы молча лежали. И нам было хорошо. Если бы мне дали всего одну минуту, я бы сказал людям, что гляньте на звезды. Ведь они для всех общие. Они не воюют. Я не могу расслабиться. Сегодня мы вечером приехали к родственникам отца Горана. Мы поели, нам приготовили свинину. И сейчас, пока доготавливается мясо, мы решили поиграть в футбол. Кроме Луки никто не умеет играть. Прям 100%. Конечно, покажу детям, как надо играть в футбол. Нормально. А я уже сколько там, 30 лет футболом занимаюсь. Даже самое большое удивление было, что отец Горан и отец Александр перелезли через забор и начали с нами играть в футбол. Но отец Горан зашел за команду девочек, отец Александр зашел за команду мальчиков. Но, правда, отец Горан быстро все перелез, отец Александр чуть-чуть порвал штаны. Но его это не остановило, и он продолжал дальше играть с нами в футбол. Мы прощались с Белиной. Жару внезапно сменил дождь. Это с неба падали наши слезы. Мы расставались, но всего лишь на одну неделю. Этот проект – какой-то большой заряд энергии. И это понятно. Ведь в проекте участвуют 15-летние подростки, которые сейчас находятся в трудной фазе жизни. Главное, чтобы дети поняли, насколько важны, прочны связи между нами. И хотя они в начале проекта присматривались, с кем дружить, как понимать друг друга, плохо знали язык и не могли хорошо общаться, но и в Азове, и в Бейлине они преодолевали эти трудности и устанавливали связи по своему интересному принципу. Каждый из них особенный. Мне повезло. Я с ними нашла общий язык, и мы говорили об их желаниях и планах на будущее. Самое главное, что у них есть понимание, что этот проект развивается на основе общей веры и общей истории наших народов. Мое первое впечатление от приезда в Россию. Я подумал, Господи, как кто-то мог объединить эти огромные земли? Это огромный простор. Это просто невозможно. Но это возможно. Самое большое впечатление по приезду в Азов – это то, что Азов похож на Бьелину. Размер зданий, архитектура – очень похожи. Разница в том, что Бьелина – это второй по размеру город Республики Сербской, а Азов, как говорят ребята, маленький городок. Россия – огромная страна. Великая вам честь. Браво! Первый же день, когда сербы к нам приехали, Кристина подошла и сказала, что мы уже с первого дня чувствуем, что Белина и Азов, они очень похожи, и что они чувствуют себя как дома. Вот это было очень здорово, очень приятно. Мне запомнилась встреча с мэром. Он очень молодой человек, деловой. Обычно градоначальники говорят только с журналистами и телевидением. А мэр города Азова говорил с нами, как обычный человек. Я рециклируем и бавимся тэквондо. Я, кстати, тоже тэквондо занимался совсем, когда еще. Кстати, в твоем возрасте, да, между прочим. Тогда занимаюсь музыкой. Мне 16 лет. Как же я с вами со всеми похож. Я и музыкой занимался. Я чечетку недавно начала заниматься пением. Также я рисую. Учишься в 15-й школе. Моя школа. Я ее заканчивал, да. Вот видите, все сходится. Да, вообще. Я поступила в медицинской школе. Милости просим. Я думаю, что вы хорошую бы создали хорошее подспорье для нашей азовской медицины. Так что, да, не теряйте, так сказать, такую перспективу. Да, мое село мое, да, мое село.
все, что мы сегодня делаем, не зря. Потому что это делается сегодня ради подрастающего поколения. В надежде, что вы потом будете дальше развивать наши дружеские отношения и поддерживать наши страны. Поэтому я думаю, что у нас хорошее будущее у всех. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы надеемся, что он будет молиться, конечно, мой. Будет еще больше молиться. И да, для русский народ как молится, для сербский. Спасибо. Дружный! Имела с меня сусрец с одной бакой. Мы встретились с бабушкой Богданы, и она мне сказала, что мы очень родные. Но я думаю, что я это понимаю. Ей сказал, что у нас маленькая страна, а у вас огромная, и нам надо опираться на ваше плечо. Ну, в общем, говоря, сложностей почти нету. Как мальчишки, вот расскажите. Необыкновенные. Вот просто замечательные дети, что можно сказать. А девчонки, я в них просто влюблена. Или потому что я всех этих детей, я их вообще просто обожаю. Вот они действительно такие вот, я не знаю даже, как сказать. Спасибо. Дети есть дети. Лука пробует нашу кухню, русскую кухню. Ему, наверное, нравится. Ну, попробовал Лука наш чай. Его не сильно заинтересовало. Вот так. Сегодня попробовал нашу селедку и красную рыбу. Красная рыба, мне кажется, как сырая, но у нее нет костей, и надо постоянно чистить. Можно наесться. И перцы фаршированы мясом. Огонь. Огонь. И хотя в кухне донских казаков главное – это рыба, мы решили угостить сербских ребят курником, которые девочки под руководством повара изготовят сами. В Древней Руси всегда готовили, любили этот пирог. Подавался на праздничные столы, на свадьбы. И как бы сейчас у нас тоже так же его все любят. Подворачиваем к середине. Вот так. Хорошо. Девочка. Заслал. Сколько же у нас прикупает? Вот у нас крест налази на середине, так, спаяться в центру. Ну, у нас есть симметрия, это авангард. Логи, не беспокойся, следующий курник мы сделаем с правильным симметричным крестом. Я отправляю вашу работу в печку. У вас есть время, подождать. Но если девочки будут так же готовить, то я думаю, у них есть все шансы выйти замуж. Просто удачно выйти замуж. Курник очень похож на питу, только в нем много разных начинок. И это очень вкусно. Традиция русского стола – это гостеприимство и всегда полный стол. Все, что есть на печи, все на стол мечи, так гласит русская пословица. Меня зовут Кристина. Я живу в семье Приходько. У моей дорогой подруги Лизы. Это ее папа Сергей и ее сестра Алиса. Мамы нет, она на работе. Но она приготовила этот замечательный завтрак и накрыла нам стол. Семья наша приехала сюда из Белоруссии. Все мои предки жили там. Оттуда мой дед уходил на войну, дед Филипп, который погиб неизвестно где, в похоронке, так сказать. Да, осталась только похоронка. Был политруком, неизвестно где погиб. Как известно, тогда политруки первые шли в бой,
защищая родину, звали солдат за собой на подвиг. Это Лизина прабабушка и дед Филипп. Вот молодые еще. Дед Филипп был учителем. Математики, да? Математики, да. С маминой стороны ее дедушка мамин служил на войне, да. Пришел, как рассказывает бабушка, без ничего, ну, как и, в принципе, все солдаты с войны. Одни портки, там, ботинки, даже документов никаких с собой не было. Мама и папина, бабушка Тамара, она тоже всю жизнь жила в Гомеле, вот фотография. Работала на швейной фабрике, да? На швейной даже фабрике. Ордена у нас есть. Хорошо работали, даже печатали в газетах. Да, ну вот у нас икона, это старая икона. Мой прадед Николай, когда советская власть восстановилась в Беларуси, он защищал местную свою церковь, из-за этого пострадал. Был в Сибири долгое время. Бабушка моя покойная передала моей матери, мать Царствие Небесное, естественно, передала мне. Семейная икона. Да, это. Здесь вот эти скрепы, которые дети сейчас вы находите, они очень будут поддерживать вас в том, в тех мыслях, что здесь у вас братья живут. А мы будем знать, что у нас там братья живут. Те далекие предки, которые у нас были едины, вот они в православии. И остаются. И остаются. Наши любимые святые, те, кто создал нас, будем так говорить, нашу духовность, вот они вокруг нас, вокруг этого проекта, я думаю, что они своим крылом помогают и как бы ласкают нас, так ласкают. Да. Молодцы. Да. Случайностей не бывает. Господь Бог выстраивает наши встречи промыслительно, и поэтому особенно остро мы почувствовали значение нашего проекта, увидев фрески на стенах Новочеркасского кафедрального собора «Иисус Христос благословляет детей» и «Возвращение блудного сына». И простая истина, сказанная Господом в Святом Евангелии «Не мешайте детям приходить ко мне», стала ближе и понятнее. Пока детская рука не вырвалась из родительской руки, мы можем успеть и привести их к Богу, чтобы посеянное зерно проросло, чтобы они не заблудились, а если заблудятся, то знали бы и помнили, что есть куда и кому вернуться. Как воспитать достойного человека, готового защитить свою семью, свою страну, свою веру? Человека, который знает и уважает традиции своего народа. Традиции донского казачества, традиции воинской доблести и чести оживали и говорили с нами через святые свидетельства истории казачества. И многие из нас поняли, что пытаясь узнать культуру другого народа, ты пристальнее всматриваешься в историю своего народа, задаешь себе вопрос: кто я? Из какого семени я вырос? Что я знаю о своем народе? Что я могу о нем рассказать другим людям? Мне легко говорить о нашем проекте. Когда есть дружба, то никаких трудностей нет. Например, мне не трудно было рано вставать, но мы каждое утро вставали рано, чтобы увидеть больше и чтобы учиться дружить. Это прекрасно. Мы познакомили сербских друзей со святым Павлом Таганрожским. Именно к нему притекают православные не только проживающие на донской земле. Молитвами святого старца спасаются многие люди. Но мало кто знает, что канонизация святого Павла Таганрожского и прекращение бомбардировки в Сербии были в одно и то же время, в июне 1999 года. Радостная весть из Сербии пришла, когда поднимали мощи святого старца. В домике святого можно сесть на лавочку, на которой он сиживал, и молитвенно попросить его о самом важном. Моли Бога о нас, святой Павел Таганрожский. Большое впечатление произвели на меня встречи с митрополитом и градоначальником, паломничество и монастыри. Я ожидала, что будет официальная атмосфера, но это было похоже на семейный обед, как будто собралась большая семья.
велика притча. Причали мы о том, что как семьи. Мы говорили о наших целях. Рассказывали, кто и чем занимается. Он давал нам советы, как близкий друг и хороший знакомый. Огромное впечатление произвел на меня рассказ митрополита о Великой Отечественной войне, который ему передала его бабушка. Здесь, в России, нас научили многому. Любовь и вера. Вера православная. Вера. И, как сказал митрополит, духовное богатство – это самое главное. И все материальное в этом случае не важно. Важным остается только любовь, вера и надежда. Не знаю, была ли у вас эта встреча с Богом, но мне бы очень хотелось, чтобы она у вас произошла. Один раз вы почувствуете в своей жизни Бога, и это будет на всю жизнь. Вы никогда эту встречу не забудете. Это как первая любовь. У нас очень много действительно общего с сербским народом. Самое главное, что у нас общая вера. Общая вера. И это как ничто другое сближает. Поэтому вот вы говорите, что вы приезжаете как к себе домой, и ребята, надеюсь, также чувствуют это. Мы действительно приезжаем как к себе домой, потому что у нас один Бог, одна вера, одна правда. Общие друзья и общие враги. Да. Вот. Иногда бывает, что враги только общие, а друзья общие. А у нас нет, у нас и друзья общие. Вы были в Республике Сербской. Вы увидели, что это земля необыкновенного героизма, земля, которая пережила несколько войн. И последняя, самая страшная и самая кровавая война в Европе, да можно сказать и в мире. Туда помогать сербским добровольцам бросились очень многие героические ребята из России. Некоторые бойцы нашли свое успокоение и не вернулись из сербской земли. Вы видели эти могилы, вы знаете, они нам очень дороги, и для нас чрезвычайно важно сохранить эту память. И здесь стоит Великая Мать, мать русского добровольца. Отдадим ей почесть. Это то малое, что мы можем сейчас отдать. У меня две родины. Одна Россия, вторая Сербская Республика. Я туда, как могу, езжу часто. Бываю на могилах и других бойцов, которые погибли, добровольцев, и у сына своего. Там учат русский язык, так как очень любят Россию и уважают. У нас одна вера, у нас одни обычаи. Мы должны быть ближе друг к другу. Сегодня мне тяжело говорить, потому что эта награда не дождалась моего сына. И получаю я ее. Так что думаю, что его дело и ваше дело Сербской Республики продолжится, и вы будете крепкими, мужественными, отстоите свою землю, и всегда будет все хорошо. И учите русский язык, а я буду вам помогать. Олегу Титоренко, медаля «Заслуга за народ». Мы вообще не знали, где он похоронен 16 лет. Но мы сейчас, да, нашли, где он похоронен, сделали ДНК-анализ. Его мама сейчас с нами рядом. Я вручаю медаль «Заслуга за народ» Республики Сербской. От президента Республики Сербской. Пожалуйста. Бог ваш народ. Я хочу вас познакомить с Машиной семьей. Моя бабушка Наталья Ивановна родилась в 1909 году и прожила 100 лет. Всю свою жизнь она жила в деревне, трудилась, помогала людям, вырастила двоих детей. Вот мой папа.
С мамой с моей он познакомился, когда служил в армии в Ярославской области. Там они поженились и приехали жить в Азов. Детство было счастливое. Жили мы в Советском Союзе, жили дружно, весело. Ездили в пионерские лагеря. С детства я мечтала стать врачом. И моя мечта осуществилась. По окончании школы я поступила в медицинский институт на факультет педиатрии. Как было на роду написано быть моряком, так и получилось. В 79-м году я закончил мореходное училище и по собственному желанию ушел работать на Камчатку. У нас в каждой семье тоже есть праздник Крестная Слава, и это День Победы, потому что в каждой семье есть история, связанная с войной, есть погибшие родственники, которые отдали свою жизнь за нашу Родину. Вот это мой дедушка, Иванов Сергей Николаевич, отец моей мамы, который ушел на фронт с первых дней войны. А мама родилась в сентябре 41-го года. Она, к сожалению, никогда своего отца не видела. В ноябре 41-го года он пропал без вести. А у нас сохранилась похоронка и извещение о том, что он геройски погиб, защищая свою родину. Мы путешествуем по просторам нашей родины. Дети очень любят рыбалку с самого раннего детства. Кстати, первая рыба всегда Машина. Да, она первая ловит. Мы готовы. Меня зовут Николета Радивоевич, и я нахожусь дома у Алисы. Это папа Дмитрий, мама Ирина. Что вы можете рассказать о вашей семье? Мы местные, азовские. Вот. Мои родители тоже, папа местный донской казак был. Вот, к сожалению, мои родители уже умерли. Отец, он работал на железной дороге. И вот у нас есть фотография старинная. Это именно вот эта фотография, она находится даже у нас в краеведческом музее. Это вот первая, так скажем, рабочий коллектив железной дороги, где мой отец работал. Вот это дед мой, вот это мой отец. Вот, он служил в армии, он был собаководом, кстати. Мама наша, она и очень любит танцы, преподает танцы, увлекается спортом, работает фитнес-инструктором в городском фитнес-клубе. В общем, а вот, папа у нас летун. Парапланерист. Вот Николета может рассказать. Когда мы туда приехали, ее папа взял параплан, и когда дунул ветер, он взлетел. Он помахал мне рукой и крикнул: «Добро пожаловать в Азов!» Дети у нас очень творческие. Да. Алиса у нас и художник, и театральный деятель. Да. Мира у нас музыкальную школу заканчивала и сейчас работает переводчиком. Вы можете нам сказать, что может объединить два народа? И что нужно, чтобы эта связь не прервалась? Любой народ хочет мира в своей стране и другим народам тоже. Поэтому я думаю, что связь никогда не прервется благодаря единой православной вере и желанию дружить.
Вспоминаю нашу поездку в село, в котором живут армяне. Увидела новых людей, новых друзей. Наверное, и ту саму познала некие новые люди, новые пары. Донская земля – это многонациональная земля. Здесь живут в мире и дружбе русские, армяне, украинцы, белорусы, корейцы и люди других национальностей. И без взаимоуважения, любви и дружбы никак не обойтись. Примером может служить история донских армян. Да. Вот это стучит не просто строитель, это стучит армянское сердце. Почему? Конечно. Потому что я знаю историю о том, как армяне здесь поселялись, и они начинали строить не дома свои, а храм. Да. И когда звучит ваша музыка, вот это главный аккомпанемент. Да. Они до сих пор строят, Надя. Сколько живут, столько и строят. Да. Они строят свою жизнь, совершенствуют свое сердце, раскрывая его всем вам. Всем нашим друзьям. Армяне – первый народ в истории человечества, принявший государственную религию христианство. Поэтому мы этим гордимся, это был 301 год. Этим гордимся, этим живем, и нас, вера наша спасает всю нашу жизнь. Что объединяет народы, и что нужно делать, чтобы связь не рвалась? Были казачьи семьи, которые предложили, что давайте ваших детей зимой мы возьмем и будем смотреть, чтобы вы в полуземлянках могли пережить. Во время Великой Отечественной войны из нашего региона 4500 человек пошли, и мои два деда тоже. Половина из них не вернулись, и когда трудные дни бывают, люди друг другу протягивают руки. Это главное. Заповедь Христова – возлюбите друга своего. В этом есть сила. В духе, в вере, во Христе Боге. Среди книг библиотеки армянского села Чалтырь мы пили чай с гатой – армянским праздничным хлебом. А недалеко от Чалтыря, в городе Таганроге, случилась удивительная встреча с детством великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Все дышало стариной. Колыбелька, святое писание, иконы, картины, товары на полках магазина, в котором за прилавком стоял Антоша Чеханте и слушал разговоры покупателей, которые потом стали героями его книг. Сколько было тогда будущему писателю? Наверное, столько же, сколько и Луке. На полках Азовской библиотеки девочки обнаружили книги сербских писателей, которые впервые читали на русском языке. Тебе снится? Какие такие страшные сны ты видишь? Гимназист? Посоветуйте нам, молодым, что нужно делать, чтобы сохранить дружбу. Надо проводить, конечно, фестивали, надо проводить встречи и какие-то совместные дела. Можете ли нам речи, что и код приятельства? Как вы то замышляете? Ну, я считаю и думаю даже, что чтение, оно как объединяет всех людей, и русских, и сербский народ. И все-таки чтение, оно должно как-то нас сплотить, и мы надеемся, что в дальнейшем у нас тоже будет очень много книг про Сербию. Я живу с Богданом и его семьей. И неговым породцу. Ну, мы рожденные азовчане, прожили здесь мы всю жизнь. Дедушка был казаком по маминой линии. По бабушкиной линии, я не знаю, потому что он погиб в войну. Имеем два зятя, имеем двоих детей, имеем двое внуков. Прожили мы уже с мужем 52 года. Это икона моей бабушки. Вот она умерла, бабушка. И родители, мама моя сказала, говорит, вот мама умерла, вы хотите что-то взять из этого дома, что-то? И мне досталась вот эта тоже икона. И вот она у меня так и стоит. И, Господи, благодарю тебя за все. Если у нас будет сильная армия, то будет и мир. А не будет сильная армия, не будет и мира. Ну, мне, наверное, как с женской стороны, должен же кто-то защищать, должен же кто-то быть на страже этого. Россия всегда поддерживала сербов из поколения в поколение. И симпатии к сербскому народу всегда были у русских.
не чувствуется разницы большой вот, в менталитете самом. Как будто наши люди к нам же в гости и приехали. Просто не скажешь, что это из Европы откуда-то. Чувствуется какое-то близкое и родное. То ли это, видимо, связано с тем, что люди православные, но они какие-то вот свои. Вот они реально свои. Ощущение именно какого-то родства, внутреннего родства. Такое ощущение, что мы знакомы с ними уже очень много лет. Давно. Я на Украине. Я прожил все, в чем я прошло. Детство, юность. Донецк, тоже вся наша родня в Донбассе. Вот. И всегда ездили в гости друг к другу. Никаких границ не было, ничего. А какие могут быть границы? А теперь даже дошли до храма. Правильно там женщина, она Украина сказала. А. Ну и все мне отняли. Ну, говорит, это Бога вы меня не отымите. Правильно брат говорит. Они воюют, говорят, дети гибнут наши, они карманы набивают, говорят себе, и все. Вера во Христа поможет и русскому народу быть русским, и русскому народу, и сербам быть сербами. Без веры во Христа не будет ничего, ни России, ни Сербии не будет. А если будет вера во Христа, то вера объединит и детей наших, и нас сегодня объединит. Ну, так я думаю, мы должны, православные должны друг за друга держаться очень сильно. Чорний ворог, друг ти мой залюбний, а где лето, так далеко, видать, где лето, так далеко. Святые души уснули, служители своих донских косака, да насели райское наследие, справедни почиверси, благи человеку любви. Блаженом уснучу вечам покой, подай Господе уснулим, служителям своим сын донским козацима. Само далеко, далеко от мора, там моє се. Меня зовут Джорджи Нинич, и я живу в семье отца Александра. Вот, я уходил в армию, мне было 18 лет, вот, и мне моя мама сказала, что это твое будущее, ей было 13. Он писал моим братьям, ну, как всем мальчишкам им было
лень отвечать, и они так плавно говорят, ну напиши там что-нибудь ему, ну напиши. И так это постепенно, плавно начали мы с ним переписываться. Потом он прислал нам фотографию из армии, ну и все, и получилось так, что я уже его ждала. В декабре пришел, а в июле на его день рождения мы уже повенчались. Четверо детей, четверо внуков, вот так. Да, ждем пятого. Скажите, отче, вы рассказывали своей семье о том, как вы воевали? Есть орденские книжки, медали. То есть, как бы все понимают, что воевал. Вот он, я стою с автоматом. Но лет 10 он вообще ничего не рассказывал. Он мог рассказывать только что-то смешное, что-то... Вот. У меня мама, она была... Есть она дочка священника. Я своего дедушку не знал. Дедушка умер в 61-м году, я родился в 69-м. Вот, ну... То, что мама всегда молилась, вот, в храм водила, прививала нас веру, в семье это все это было. Вот, папа как-то к этому сдержанно относился, но он был шахтер. Мой папа был священником, он умер, Царство Небесное. Мама домохозяйка, потому что у нас в семье было пятеро. Проект «Код дружбы» для меня тоже неожиданно стал яркое такое событие вообще в жизни. Очень я много почерпнул из него, неожиданно. Мы увидели сербские семьи, где нет полумеры. И относятся ко всему, либо да, либо нет. Там нет чуть-чуть. Открываются люди, доверяются полностью. Если они верят, они верят. Если у них праздник, это праздник. Вот во всем оно, вот здесь нет ни одной полумеры. Вот я не встретил этого. Это богатейший опыт. Я рад, что познакомился с вашей театральной командой. Это молодые люди, такие же, как и мы. Нашего возраста. И между ними такая дружба. Никаких разногласий в команде. Они все едины. И на репетиции, и во время спектакля. Эти ребята точно знают, в чем смысл жизни. Если он бездуховный, он не сможет на сцене сыграть роль, чтобы люди плакали. Или смеялись. Мы поняли, что наша дружба не должна заканчиваться. И к нам пришла идея продолжить наш проект и создать совместный сербско-русский спектакль. Она большой. Я думаю, что для того, чтобы дружить, нужно понимать, что зачем человеком ссориться или же воевать. Тебе же это не принесет никакой пользы, и тебе не принесет никакой пользы, и другому человеку. Это всем так уже давно известно, но я не понимаю, почему люди все делают это. Нет, что-то люди ступают на эти же корабли. В первую очередь нужно научиться уважать чужие традиции, уважать чужую точку зрения. И тогда люди научатся жить в мире, научатся дружить. Будут появляться семьи, рождаться дети. И люди перестанут воевать, когда поймут эту простую истину. Также я поняла для себя главное, что не нужно уходить от конфликта. Его нужно решать мирным путем. И самое главное, что нужно договариваться. Для настоящей дружбы нужно иметь желание любить людей. Тот, кто любит, остается другом на всю жизнь. А я думаю, что подружилась на всю жизнь с настоящими людьми. Если бы человек был бы способен любить других людей,
Сначала нужно понять значение слова «друг». Надо знать, кто тебе друг, а кто нет. Надо познать и самого себя, чтобы понимать других. Это круг. Это круг, из которого невозможно сбежать. Другие люди. Если кто-то хочет быть настоящим другом, у него должно быть для этого желание. Если хочет быть таким, то будет. Это возможно. Если не хочет, то не хочет. Он должен быть счастливым и улыбаться. Все постоянно улыбались, и улыбка была не фальшивая, естественно, такая. Я выучила много слов по-русски. Самое тяжелое будет, когда мы будем расставаться. Мы очень сильно привязались друг к другу за эти 2 недели. Жаль, очень жаль. Буду сильно скучать. Надеюсь, что снова встретимся, и этот проект не закончится. Мое желание приехать в Россию исполнилось. И я надеюсь, что это не закончится. Я буду здесь снова. Годы летят. И скоро, очень скоро, наши дети вырастут, встретят любовь, женятся, и у них обязательно появятся дети, которые будут знать о России и Республике Сербской гораздо больше, чем их родители. Круг замкнулся, и выйти из него нельзя. Так сказал Джордж. Этот круг – круг близких тебе людей, которые навсегда поселились в твоем сердце.